Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarva gunai istatra sama sate sura haru abhakta shakuto mahad guna manorathin asato davato vai Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarva gunai istatra sama sate sura haru abhakta shakuto mahad guna Manoratin asato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Prabhupada сказал, что мы тратим жизнь за жизнью, чтобы победить Майю. Но мы не можем. Гауди Гоштипати, Шишила Бхактисиданта, Сарасвати Госвами Дакур Прабхупад, Парамхамса Джагадгуру сказал, жизнь за жизнью, мы боремся с Майей, чтобы мы пытаемся ее победить, но не можем. На самом деле, если мы будем бороться с Майей с незапамятных времен, мы не сможем стать успешными. Это не тот путь. Чем больше мы боремся, тем больше мы попадаем в ловушку Майи. Это не тот путь. Шрила Прабхупад говорит, какова наша цель, что мы хотим. И вот обретя победу над Майей, но это слово «победа» тоже сложно его использовать, поскольку никто не может победить Майю. Бхагаван говорит в Гите, и вот поэтому это слово «победа» нельзя использовать, поскольку в Гите сказано, что Майю нельзя победить. Никто в этом мире, никто может сказать, что я победил Майю. Это невозможно. Бхагаван говорит вот эти слова в Гите. Что те, кто предались моим лотосным стопам, только они могут преодолеть Майю. Иначе никто не может. И это первое. И второе. Почему вы хотите победить Майю? И после этого, какова ваша цель? Каково ваше желание, если у вас какое-то намерение после, что вы будете делать, избавившись от влияния Майи, какова ваша цель, что делать. И вот это мы хотим выяснить, что же делать после того, как вы победили Майю. Каковы ваши цели, ваши устремления, это очень важно. Шрила Прабхупад говорит, даже после того, как мы избавились от влияния Майи, вы не можете совершать баджан или можете. Это зависит от вас, от вашего настроения, поскольку обусловленные души, у них есть свобода воли. Шрила Прабхупад говорит, после того, как вы избавились от влияния Майи, что дальше делать? Будем ли мы совершать харибаджаны, хотим ли его совершать или нет? Поскольку кроме харибаджана, все, что мы делаем, и это не решение. После того, как мы избавились от влияния Майи, если мы хотим совершать харибаджаны, это хорошо. Но если мы хотим заниматься чем-то иным, как достичь Брахмы и еще что-то, это не то, к чему мы стремимся. Обусловленные души, у них есть свобода воли. Свобода воли значит, у нас есть наше сознание, любые действия, наша воля.
страдание или наслаждение, или это состояние четан-васто. Это материя. Мы не можем ожидать какого-то желания от этой материи. Оно в общем, материя, она ничего не может сделать, не может чувствовать, желать и прочее. А это все качество чинмой атмы, это качество души. Материя не может ничего делать, что присуще душе. Махапрабху говорит, это не, такой недвижимый объект. У них нет свободы воли и прочего, что они могут делать. Те, кто с ними обладают свободой воли, они могут действовать. И вот Бхагаван никогда не давит на душ. Бхагаван, он дал нам сокровища. Свободу воли. Бхагаван, он не влияет на нашу свободу воли. Если бы Бхагаван пытался на нас как-то влиять, как-то давить, мы должны решить. И вот суть в том, что наша наслаждение и страдание — это все присущее душе, чинмой атме. И вот вопрос в том, и вот наше тело, ум, интеллект, все, что у нас есть, это принадлежит душе. И что же, кто же чувствует это? Наслаждение или страдание, радости, неудобства? Если наше тело, наш интеллект, наше ложное эго, все состоит из материи, кто же чувствует все это? Материя, она мертва. И вот ответ в том, что поскольку душа присутствует внутри, и хотя атма, у души нет связи с материей, но все же подобно сну. Или я могу привести пример, как в Шри Чайтанья Чайтамрите. И вот писачьи эти, каких привидения, эти привидения перед тем, как бесы вот вселиться в кого-то, они думают, могут ли они захватить сознание того существа. Если этот бес привидения видит, что сознание человека очень высоко, то он даже не будет пытаться что-то делать. Он только нападает на тех, у кого нет чароны, этикета, чистоты, ну, в общем, живут как попало. When she came into temple in Vrindavan, she was then 22 years. All their property, money, father, all killed by their ghost. They are crying the ghost. И вот, в общем, какой-то бес вселился в какую-то девочку. И как выгнали же. Долгая история. И вот если сейчас дальше пойти на западный колледж в Дели, там все преданные знают эту историю. They cannot forget. After that ghost never can.
И вот что же делать для этого? Что же делать, чтобы этот бес вышел из тела? И вот этот бывший мусульманин, этот бес очень злой, опасный. И вот те, кто потеряли сознание, ну, имеется в виду, утратили сознательность, они должны быть очень осторожны, поскольку всякие бесы, привидения, как майя, например, тоже можно ее отнести к разряду этих бесов. И вот говорится в Шичитане Чайтамрите. И вот когда эти привидения входят в чье-то тело, этот человек теряет сознание, как этот, в общем, в Мадрасе там, ну, то ли местного царька, в общем, дочь бесноватая стала. И вот там был некий Ядов Пракаш, его поручили ему. Ее дочь должна была там замуж выйти через неделю. И вот надо было беса выгнать. И вот он пытался, но не получалось. И это привидение начало говорить, что этот человек был змеей в прошлой жизни. И вот он был, и вот так или иначе он съел остатки пищи гуру Вайшнавов и обрел человеческое рождение. И вот это привидение начало говорить, что вот тут есть Лакшмадеши, только он может изгнать привидение, сделать девочку нормальной. И вот когда, и также однажды какое-то привидение тоже вселилось в кого-то, и с помощью воды мыши стопы Шрилы Вамана Госвами Махараджа, эта вода, Чаранамрита Вамана Махараджа, смогла избавить человека от этого привидения. От этого его Паришананда звали, то ли тот, ну, в общем, история от Паришананды слышали. Вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он дает такой пример. И вот когда какое-то привидение входит в тело какого-то человека, в общем, человек бесноватый становится и уже следует желаниям всяких бесов. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, душе нечего делать с материей, но когда майя, она захватывает чье-то сознание, и майя может покрыть сознание души, и тогда душа чувствует, что влияние этой материи, думает, что это она страдает, а не материя. И Кришнадас Кавирадж Госвами приводит такой пример. Или иногда кто-то из Гуруварги говорит нам, и вот тот пример был более практичен. И вот таким образом у души есть свобода воли. У атмы ничего делать.
В общем, все страдания или наслаждения, которые душа испытывает, они происходят из-за материи, а сама душа, она отдельно от всего этого. Кто-то спрашивает меня: «О, Махарадж, почему язык Кали?» И вот меня однажды спросили, почему язык Кали, видели язык Кали, он... Как он? В общем, положение какое-то у него необычное. А, высунут. Потому что наше тело состоит из материи. Ум, интеллект, душа, она трансцендентна. Но под влиянием майи это тело, оно материально. И все в этом материальном мире. Я имею в виду любые объекты нашего наслаждения. Все, чем мы хотим наслаждаться, но эти объекты тоже материальны. Наше тело материальное, ум и все остальное прокрытие. И кем мы хотим наслаждаться, как мужчиной, женщиной или любым объектом, это тоже материальное все прокрытие. И вот если чинуатма здесь, которая свободна от всего этого, душа, она должна быть свободна от влияния материи. И вот Кали-ма говорит: «Ты хочешь наслаждаться мной, я твоя мать». Вся материя, которая нас окружает, это олицетворение этой дурги Кали. И вот Эйнштейн, он понял, даже наши ученые, они смотрят любая материя, все, что бы мы ни брали, они видят природу вещей. Они чувствуют очень что-то странное. Какой-то ученый спектрограмму изобрел. Не то, что при нагревании, но и вообще при разные металлы излучают разные эти волны, разной длины. И вот ученые не могли понять, почему почему электроны, они иногда со своей орбиты спрыгивают и прыгают на другую орбиту, и вот они пришли к выводу, что у электронов есть сознание, захотели и поменяли орбиту. Поскольку без воли никто не мог выразить такое, ну, что сделать так, а почему они перестали летать по своей орбите и начали по другой. И поэтому язык Кали высунут, олицетворяет это то, что сознание, оно отстранено от материи. Почему три... И кто-то говорит, спрашивает, почему Кали обнаженная? Странный вопрос. Возникает, я говорю, Кали, она не обнажена, как голая, ее божество без одежды, но это что-то мисконцепция чья-то. Если какой-то муравей залезет к нам в одежду, этот муравей обнаружит, что вы без одежды. И вот Кали-ма также, она одета, но...
она одета в... Но она одета, поскольку мы очень малы, то этого не замечаем, как муравей, который забрался под одежду кому-то. Ее одежда — это сторона света, природы и все остальное, но мы этого не замечаем. И Бхагаван Шри Кришна говорит, что для мудрого человека татвагьяни... И как йоги, когда они медитируют, начинают медитировать, различные проблемы возникают, но нужно сознание отвлечь от всего этого. И вот потом различные виды материи. Ну, в общем, это пратихараты. Медитация нужна, сложная процедура. Я видел в Гималаях, много раз я видел некие йоги. Я с утра ходил, смотрю, там какой-то йоги сидит в холодной воде, даже под водой. Сидит и медитирует. Иногда кто-то из йогов, имеется в виду, сидит в холоде, но в снегу. Но Бхагаван говорит, что это непрактично. Если вы пытаетесь силой это делать, то одни негативные результаты будут. И вот Бхагаван говорит, для обусловленной души это невозможно. Избавиться от влияния майи. И те, кто татвагьяни, они могут отвлечь свои органы чувств от их объектов. И вот вчера я говорил, что даже если мы хотим слиться с Брахмой, то в этом даже случае мы вне материи, хотя нет никакой гарантии, но все же вы не думаете о материи. Если вы успешны, то можете избавиться от этого. Но Бхагаван говорит, что о них думают. Вот Бхагаван Шри Кришна говорит, то Удав, они всегда думают, что они едины со мной. И поэтому материя не может обеспокоить их. И преданные, чистые преданные, они всегда думают, они медитируют с открытыми глазами. Куда бы они ни шли, они видят Бхагавана везде. Не все могут поверить. Если вы посмотрите в их глаза, вы поймете, их глаза, они отличаются. Они куда-то смотрят, но они как будто и не смотрят. Они безразличны ко всему материальному. Они думают о Бхагаване, о Бхагават-лиле, о спутниках Бхагавана, о его лилах. И для них это очень легко. Но те, кто полупреданы, те, кто И вот этот весь мир, как в соответствии с биологией, это есть. Ну, вроде этот мир действует, двигается, почему он несознателен? Но Прабхупада Сарасвати говорит, все же. Несмотря на внешние действия,
Ну, в соответствии с Вайшнава Даршаном, нельзя сказать, что этот мир весь живой, наш Даршан. Желание чувственных наслаждений, когда оно проходит, уходит из нашего сердца, то сознание там проявляется. Ну, как правило, уровень сознания опускается из-за лишней привязанности к наслаждениям. И вот таким образом Бхагаван говорит, обусловленная душа, она может бороться и не достичь успеха, поскольку с помощью наших личных попыток, усилий мы не сможем достичь успеха. Я говорил в тот день. Вот этот киртан здесь Нитая, он гуру, без милости Нитянанды невозможно избавиться от влияния Майи. И вот это основа была. Вот это критерий на пути начала нашего Харибаджана. И подумайте, куда мы должны дойти, чего достичь. Я говорил в тот день о уровне различных преданных. Тот, кто поклоняется Бхагавану, здесь Хари, не кому-то, Шанкару или Кали Дурги, нет. И поэтому здесь говорится именно тот, кто поклоняется Хари. Пракрита бхакта значит материальные бхакты. Ну, сложно их назвать вайшнавами, такие преданные материалисты. Ну, хотя преданные, но как их, ну, в общем, слишком привязаны к материи. Такой вид преданных. И вот преданные, они дружат с преданными, проливают милость на обычных людей и избегают врагов вайшнавов. И вот есть три уровня. Первый уровень Мадхьямадхикари, второй, третий, но все же, поскольку в то время тот преданный может повторить настоящий харинам, и он поймет значение шастры по милости гуру. Он может пролить милость на других. Он может понять тот, кто завистлив к гуру Вишнаву.
если из-за чьей-то набожности пытаетесь понять. Вы находитесь на пути Харибаджана, если из-за чьей-то набожности или приверженности к чему-то вы не оставите сатсангу, то тогда вы не сможете прогрессировать. И вначале нужно достичь какого-то нейтрального уровня. Даже мой отец, если что-то делает неправильное, то я откажусь от него. Как можно вспомнить Рамануджачарью? Что-то не то с женой не то было. Ну, что-то она там совсем плохое сделала, и он отказался от нее. У нас не должно быть никакой пристрастности, набожности, поскольку вайшнавы, они универсальны. Они не могут быть заключены в какие-то рамки, какую-то страну, ну, вообще куда-то. Они универсальны. Как ученый, он, как вселенский ученый, он делает все для всех. И вайшнавы также, они служат всем. И таким образом мы должны принять решение, что нам делать, если мы не можем. Вначале мы должны достичь нейтрального уровня. Это очень важная цитата в читании Чаритамриты. Даже обычная дхарма, самадхарма, вайдик дхарма или самадхарма, общественная дхарма, сансар дхарма. Сарва-бхутесу япашет бхагават-бхава-атманаха бхагавати-атмани еша бхагават-атта. He can feel everywhere he can feel the existence of his Prabhu. Преданный, он везде чувствует присутствие своего Господа. Он не выражает вражды, не чувствует вражды ни к кому, не совершает насилие над живыми существами. Его ум, он умиротворен. И поэтому для него не может с кем-то бороться, спорить, что вы там с нашего общества, вы с чужого. Любой, кто бы ни приходил к нему, он принимает их всех. Можете проверить его. И так или иначе, Бхагаван Шри Кришна говорит таким образом: Удаве, о Удав, обусловленная душа не может избавиться от влияния моей. Но для моего преданного это очень легко, поскольку мой преданный всегда думает обо мне, о моих лилах. Он повторяет святые имена, думает обо мне. И как это возможно, что материя может войти в его сердце? И вот сейчас мы получили ответ на вопрос Чатушван, который задал. Как материя входит, сознание в материи. С незапамятных времен есть материя и сознание, и они чувствуют единство. Это подобно хронической болезни. Это сознание чита чувствует им единство с материей, хотя они отличны друг от друга. Наш ум, интеллект — это тоже материя, но это тонкая форма материи. Есть и грубая, и тонкая.
Читта. Но все. For infinity pure, this Jivatma who is there rolling down for infinity pure in matter, so they think one can oneness. И вот они из-за того, что они вместе, они еще чувствуют единство. Это сознание и материя. Ну как можно? Привести пример, что вода с материей, в смысле, вода с маслом не смешивается, даже с рядом. И вот так с незапамятных времен. Вот однажды мимо проходил, мимо рынка ценных бумаг, лет 40 назад. И вот один человек думал, чем они там занимаются. И вот один человек выкрикивал курсы акций. И вот там был человек с тремя телефонами. Ну, лет 65 ему было. И вот я смотрю, внезапно цена там акции упала, этот человек обнаружил, что потерял несколько десятков миллионов рупий. И вот он схватился за сердце и так и умер там прям с телефоном в руках. Странно. Вот человек только взял телефон, услышал, что что-то там упало. Потерял там несколько десятков миллионов рупий и упал без сознания, поскольку этот человек, он олицетворял себя с деньгами, думал, что он и деньги — это то же самое, что если деньги потеряны, то и он умер. И вот это есть причина, что люди чувствуют себя едиными с чем-то, с материей или с деньгами или еще с чем-то. Вот этот человек был очень сильно отождествлял себя с материей. И также, если мы развили любовь к Богу, Гуру Вайшнавам, Бхагавану, тогда мы можем видеть результат. Если мы увидим это в своей жизни, то мы увидим нечто чудесное. Если мы будем думать о Шриле Прабхупаде, о нашей Гурварге, просто постоянно помня их, помни их учения, их наставления, их харикатху, то тогда мы почувствуем единство с ними, и тогда мы почувствуем влияние баджана, волшебное влияние баджана и вкус баджана, и это и вот это такой, ну, трюк, чтобы помнить гуру вайшнавов и чувствовать с ними единство. И вот Кришна здесь отвечает. Бхагаван Си Кришна дает этот ответ Удаве. И вот сейчас постепенно выглядит, как Бхагаван, он приближается к бхакти, что есть наилучшее, наивысшее. И вот я сказал, что мы должны избавиться от влияния материи, и есть процедура определенная, и среди всех процедур, я думаю, это самое практичное — следовать садгуру. Я говорил много процедур, следование садгуру наилучшее. И вот более практично я много раз говорил, снова и снова. Но наш гуру должен быть подлинный, садгуру, кто сам избавился от влияния материи, он должен быть вне влияния материи майи. Шрила Прабхупад говорит гуру. Мы должны пытаться понять гуру, кто такой гуру, кто такой тот, кто всегда 24 часа в сутки. Он постоянно занят Бхагаватсевой, он есть гуру. Может, час он занимается, но если кто-то час занимается чем-то иным,
то нельзя сказать, что он гуру, это научное объяснение. Если мы будем проповедовать эту абсолютную сиддханту, я обещаю, я обещаю, что вы обретете милость Бхагавана, огромную милость, но моя очень сильна, и она не позволяет слушать такую сиддханту, поскольку это абсолютная сиддханта, а ложные сиддханты везде и много, и она преобладает. И вот я говорю, если вы сможете представить всю абсолютную сиддханту, и вы обретете огромную милость от Гуранга уже в этой жизни. Но майя очень много, она мешает этому. Наш Харибаджан должен быть высокого стандарта. У многих некоторых, если их какие-то корыстные интересы ущемились, то они готовы отказаться даже от гуру, принять любого иного. И, к сожалению, такая вот ситуация достаточно чиста. И кто готов слушать об абсолютной истине, если вы готовы обмануть сами себя, то кто спасет вас? И вот Шрила Прабхупада говорит, это стандарт нашего Харибаджана, как долго наши Пратишта не обеспокоена, но пока корыстные интересы не ущемляются, то люди следуют. А если их корыстные интересы даже немножко ущемляются, то они отказываются от своего гуру. И, к сожалению, такое плачевное состояние общества. Если посмотреть, поездить по всем странам, пожить в каждом храме, посмотреть, что там происходит, о чем они говорят, что они делают, можете проверить и посмотреть и решить, кто говорит о Шриле Прабхупаде, об изначальном Шриле Прабхупаде, поскольку многие попали в иллюзию, и поэтому могут совершать баджана тысячи лет, и все без толку, не смогут обрести Бхагавана. Это по воле Майи происходит. Вы можете бороться с кем-то, со мной, но с собой кто может бороться? Мы очень слабы, и обрести Бхагавана не так просто. Бхагаван не так дешев. Вы не знаете, какого совершенства вы должны достичь. Даже если я отдам вам всю свою кровь, кто из вас может понять? Очень тяжело. И вот Шрила Прабхупад говорит, это наша Гуру Сева, Вишнава Сева. До тех пор, пока наши корыстные интересы не обеспокоены, до тех пор мы можем пытаться следовать. Если какие-то корыстные интересы ущемлены, то начинается какое-то противодействие, не сотрудничество и конфронтация, борьба. И, к сожалению, некоторые проходят такой путь на пути Харибаджана.
вот во всем мире. Редко кто может переварить всю эту сиддханту. Таких очень мало. И применить в своей жизни. И тогда я смогу понять, что вы обрели Гуру Крипу. И вот я сказал путь, как избавиться от влияния Майи. Но не все обретают садгуру, это очень редко. И вот следующая глава. Уддав говорит Кришне. Вы говорите так много. Различные брахмавади риши, они говорят о духовном развитии разными способами. И вот Удав говорит. И вот все. И вот мы хотели, и вот здесь все указывается на бхакти-йогу. И вот Бхагаван говорит, о Свами, с помощью чего я могу избавиться от Майи, с помощью чего я могу избавиться от Майи полностью. Я могу сконцентрироваться на ваших лотосных стопах, и это абсолютная бхакти-йога. О ней мы говорим. Бхавато удахритам, бхавато удахритаха, свамин бхакти-йога анапекшитаха, нирасья сарватухо саньям, джену тайя вишет манаха. Tai abhishek mana. So that the now Bhagavan Sri Krishna speaking. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, это очень хороший вопрос. Мы очень счастливы, мы хотим услышать об абсолютной процедуре бхакти. Она очень интересна нам. И вот Бхагаван говорит, бхакти-йога, она вечна, но иногда из-за естественных процессов или каких-то проблем мы иногда теряются. Иногда какой-то махапуруш возрождает это. Это природа бхакти. Бхагаван иногда сам приходит или иногда посылает своего спутника, своего представителя, чтобы он возродил это, как в случае с Рамануджачарьей, Мадхвачарьей, Вишну с вами, Нибаркой, кто нет. Все они пришли. И вот время от времени Бхагаван посылает их. И после этого Бхагаван хочет помочь обусловленным душам, чтобы вернуться назад. И вот мой Гуру Махарадж приводил пример. Мой сын зимой, вы греетесь, пытаетесь согреться, топите печи. И вот, если вы топите,
печку, забыли свежего воздуха туда, подачу свежего воздуха подать, то гореть не будет, оно затухнет. Вот. И вот чем больше вы слушаете, тем больше вы обретете все силы, больше харикатхи вы слушаете, больше силы обретете. Это Сиддханта, сказано Махапрабху, Кришна, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Как в Индии традиция есть такая, кончалом мажем глаза черным, и зрение, по идее, улучшается. Можно вспомнить Куреша. Куреш, он буквально готов был прыгнуть в огонь ради Гуру Севы. Он был готов на все. Вот ради Гуру он был готов на все. Кримиканта. И вот в общем пришел к Кримиканте под видом Рамануджачарьи. Тот сказал, что тот должен стать шивитом. Тот сказал нет. В общем, тот разозлился, побить его, пытались переубедить, но все же они были безуспешны, не проиграли все споры. Но что и оставалось? Только убить его. В общем, выкололи ему глаза Куреша и выкинули на улицу. И Куреш, он звал Гурудева, и в итоге он кого-то нашел, кто привел его к Гурудеву. Гурудев расплакался в виде его состояния, что случилось. И вот он рассказал всю историю. Рамануджачарья, он был шокирован. И вот настоящий ученик, тот, кто никогда не боится посвятить всю свою жизнь Гурудеву, и это называется настоящий ученик. Тот, кто даже готов посвятить свою жизнь Гурудеву, Гурварге. И вот это тот настоящий ученик, кто готов на все ради Гурудева. Что такое дикша? Есть настоящая дикша, она долга. Это длительная процедура дикша. Это значит, что Гурудев имеет всю ответственность у вас, о чем вы думаете, что делаете, что говорите. И вот это очень редко. Если мы хотим понизить стандарт Гаудия Бхаджана, мы должны поддерживать этот высокий стандарт Гаудия Бхаджана, не нужно его опускать. Если же кто-то придет и будет следовать, наверняка есть такие, как Бонда Госвами Махарадж, говорит Харикатху, он и Савананда с вами, Асадананда с вами, он услышал его, очень вдохновился, хотя он изучал буддизм, христианство и все остальное, но не чувствовал никакого удовлетворения, никакого глубокого интереса, ничто не могло насытить его и насытить его голод духовного поиска, только вот Гаудия Вайшнавизм. Он прочел книгу Нишканта Саньяла, Шри Кришна Чайтанья, и он был восхищен, он понял, что это то, что он искал всю жизнь. И он буквально прочел несколько
страниц этой книги, и он был очень вдохновлен, он понял то, чего он искал. И этот Садхананда с вами может изменить весь мир, если они предадутся ему. Насколько могуществен он. Если вы будете изучать его статьи, его слова, его лекции, вы почувствуете какой-то огонь, какую-то силу. Это природа чистого преданного. Если вы слышите его слова, вы будете восхищены и вдохновлены. И такие... И такая харикатха, такие статьи очень редкие, то, что писал Садхананда с вами Шрила Прабхупад. Это все одного качества, одного уровня. Мне никто не дает взятки, чтобы я прославил Садхананду. Это мои искренние слова. И вот... Проблема в том, что мы не можем. Проблема в том, что мы не можем зависеть от Парампары. Кто-то Шрила Прабхупада спросил, если мы будем зависеть от Христа, то что будет? Но Шрила Прабхупада сказал, смотрите, может, то, что он сказал, это может как-то пойдет, но может это не абсолютно, но. Так или иначе, но если Иисус Христос, нету наставнической преемственности, поэтому каждый меняет учение свою пользу, а что раньше было неизвестно. Мухаммедом тоже вот. И, то есть если нет такой наставнической преемственности, то что с этим учением стало, сложно сказать. Но это не случай с Сарасвати Гуру Парампара. Парампарой у нас должна быть самосознавшая себя душа, которая представит учение Махапрабху в его первозданном виде. А если такого нет, это значит, что Джагнатх, Господь Джагнатх бесполезен, если он не может послать своего спутника, чтобы он сохранял и поддерживал это учение в его первозданном виде. И поэтому Господь всегда пошлет таких преданных, которые будут поддерживать и говорить ту же самую Сиддханту. Если кто-то думает, что нет ни одного чистого преданного в этом материальном мире, то это значит, что это человек Майявади. И что Джагнат даже не может в этом мире, в этот мир послать нескольких чистых преданных, которые могут поддерживать все это учение. И вот с завтрашнего дня Махарадж говорить будет вот в следующей части. Защита учения Сампрадай — это главнейшая обязанность ачарьи. Не общество, а именно Сампрадай, наше учение. Учение Сампрадай и какие-то общества — это разные вещи. Многие, к сожалению, думают только об обществе, а не об учении, не о духе, а о каких-то внешних организациях. И поэтому это становится причиной того, что мы обманываемся.